Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 29 октября патриотично настроена российская певица Виктория Цыганова отмечала 60-летний юбилей. Певица, ее муж, поэт, продюсер Вадим Цыганов надеялись на поздравления с юбилеем на федеральных каналах. Ведь их семья стала одним из главных рупоров патриотизма в стране, особенно после начала СВО. Но, как рассказала сама Цыганова, ее поздравили строчкой в прогнозе погоды. «Есть люди, которые не угодны системе, телевидению. Я вхожу в этот список. Меня пустили строчкой, когда передают погоду. Я думаю, что я заслужила то, что заслужила», – рассказала певица. А в светской тусовке вообще обсуждают не юбилей Цыгановой, а ее недавнее интервью Дудю, которое решением Минюста Российской Федерации объявлен иностранным агентом. Дело в том, что откровения Вики и Вадима Цыгановых в интервью журналисту, признанным иноагентом, вызвали шок общественности. В ходе беседы певица подвергла резкой критике некоторых своих коллег по сцене, обозвав их предателями и нечистями. После выхода этого злосчастного интервью Вадим Цыганов заявил, что у их семьи начались проблемы. Активно поддерживающую СВО артистку после общения с Дудем якобы внесли в черный список на одном из федеральных телеканалов. По его мнению, певицу до этого не жаловали на федеральных каналах. Однако после встречи с иноагентом Виктории Юрьевне окончательно перекрыли кислород. Вадим Цыганов шокирован тем, что его супругу просто-напросто ликвидировали. После чего ничего лучшего Цыгановы не придумали, как заявить о том, что появившаяся в интернете видеозапись интервью якобы была сгенерирована нейросетью. Многие посчитали, что такое поведение семьи Цыгановых является просто жестом отчаяния. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!